Вот почистили участок и решили грабли у дяди Павла Лапкина перенести. Перед домом поставить. Эклюзив будет у нас. Ну ты упирайся. Куда упираешь? Значит, ты сейчас телегу упрешься. Вот какой. Кольца неразумный совсем. Вот это оглобит-то заворачивай туда. Я заворачиваю. Глупой же. Давай. Пониже делай, оглобит. Дальше еще. Ну видишь, куда оглобля встала? Пошевели ее. О! Вот это дело. Теперь надо закрепить. Да зачем? Не надо мусором-то. Зачем? Вот. На, камень подложи. На, беру. О, на. Тут подложи. Подложи на мусор на это, а ты убираешь. Ты понимаешь, ты начинаешь мудрить, мне страшно не нравится. Так вот, я она не даст утонуть, я отпищу. Я не мудрю. Понимаешь, ну на каждом углу тебя надо давить просто, чтобы ты послушался. Вот так все стоит на месте. Ой. Теперь надо телегу оттуда вытащить. Вот тут ее не поставишь. Все пока на этом. Телегу потащим, а потом вторую. Разнести это все, и потом, Володя, выберите время, прибейте ту.